Агнес Завадский становится лидером. Для нее это очень важный момент, поскольку она уже как минимум третье место займет на этом этапе, но это как минимум. А сейчас на льду Кира Корпи под музыку из кинофильма «Однажды в Америке», музыка Эннио Морриконе, ее произвольная программа. Всего полбалла уступала она после короткой программы лидеру Грейси Голд. Тройных тулупа. Есть тройной лутс. Очень много поклонников во всем мире у этой замечательной финской фигуристки.
Очень хорошее было у нее начало, четко исполненный каскад из двух тройных тулупов. Также хорошее исполнение тройного лутца, но флип, конечно же, был не тройным, а двойным. Я выдал желаемое за действительное. Ну и в дальнейшем было падение на тройном Ридбергере. Но с другой стороны, я думаю, что будут хорошие оценки за компоненты программы. Здесь не обижают Киру Корпи арбитры. Вот это самое начало программы. Каскад из двух тройных тулупов. И тут же тройной лутц. Вот это падение на тройном Ридбергере. Реакция тренера. Но хороший был у нее очень каскад. Тройной сальков, двойной тулуп, двойной Ридбергер. Ну, словом, вправе мы ожидать высокой оценки, несмотря вот на это досадное падение на тройном Ридбергере. Что интересно, у Киры Корпи лучший результат в произвольной программе не такой уж и высокий. 110,17 балла. Кстати, показан он был неделю назад на этапе в Шанхае, в Китае. Ну, вот я смотрю, оценки за компоненты где-то от 7,5 до 8 баллов. Это очень хорошие компоненты. Сейчас очень многое для нее решается, потому что если она занимает первое место здесь в Москве, она сразу же попадает в финал Гран-при благодаря третьему месту неделю назад в Китае. Вы посмотрите, 115,64, еще более чем на 5 баллов улучшает она свой личный рекорд.